Итак, всем привет, с вами Хардлор. Вот, не знаю, вообще, в какой даже это ролик отнести к степени. У меня тут пишет Викуся Сингаевская. Мол, типа, получить грандиозный за бонус на свой день рождения. У меня день рождения 12 сентября. Ну, я типа такой, ну ок, просто посмотрим. Давайте, во-первых, фоточка Сбербанка. Имя, ну, блин, сам себе дают. Ладно, окей, похуй, я такой, типа, ну ладно, перейду. Скажу сразу, я на развод не повелся. То есть я просто такой, типа, окей. Смотрите, типа, спасибо от Сбербанка, 2019 рублей именинникам. Запрос, партнерская программа. Охуенно. Типа, видите имя, пройти опрос, получите бонус. Окей. Какое ваше имя? И, смотрите, название сайта какое? Но это не Сбербанк, ясно. О, использовали бы мысли Сбербанка, просто вот бла-бла-бла-бла-бла, так, просто потыкаем так. Давайте дышу. О. Введите номер вашей карты Сбербанка для получения бонуса. Введите дату рождения. Номер карты. Дату рождения. Ну, это я им уже проходил тест. Ну, типа, можно написать вот так. Далее. Держите решетки, переподвиньте, укажите в целях, типа, сейчас у них придет, действительно придет смс от Сбербанка, типа, код для списания денег, скорее всего. Типа, будут, типа, списание 2019 рублей, типа, оно будет так переименовано, типа, и вы, чтобы я, типа, подумал, то, что я ожидаю получить, типа, сейчас пишу код и получу 2019 рублей. На самом деле, это будет списано с моей карты 2019 рублей. Ну, у меня на карте, как бы, денег не было. Ну, и, как бы, я сразу понял, что к чему. Потому что я типа вот такой, ну, нормально, окей, чекал ВК, а ВК хуйня какая-то. Типа у Сбербанка нормальный ВК. Все, спасибо за участие, да. Окей. Никогда никаких фейков, смотрите, с кривыми верхними хренями. Ну, видите, Викуся там смещен значок Сбербанка просто. Официальный Сбербанк, именно который Сбербанк. С галочкой подтвержденный. Вот это Сбербанк. Ну, Сберкот, оно как бы все одно. Но то, что то писало, это явно тупорылое разводилово. Не видите на этот развод. Всем спасибо, удачи и пока-пока.